Процесс преобразования обычного деревца в прекрасный волшебный символ Нового года – это многовековая традиция, чудесный ритуал, который поднимает настроение и, что самое главное, сближает людей. Благодаря акции «Наряди елочку» жители лесного городка почувствовали себя одной большой семьей. Сегодня, вы видите, пришло огромное количество народа, детишки лесногородской школы с родителями, знакомыми. Мы сегодня собрались. Уникальная акция. Мы проводим ее, как и все поселения, первый раз. Но посмотрите, сколько она вызвала позитива и эмоций. Мы приготовили театрализованное представление. Баба-Яга сейчас у нас пока украла все игрушки, которые сделали детишки. Но она их потом обязательно вернет. А в конце будет награждение. Жюри обязательно оценит все-все-все игрушки, все получат подарки. Ну а главные победители получат приглашение на елку главы Одинцовского района Андрея Робертовича и на елочку нашу, лесногородскую, которая проводится под эгидой главы поселения Алябьева Альберта Анатольевича. Лучшие новогодние игрушки лесного городка определило жюри, назначенное из числа жителей поселения. Победителями этого праздничного конкурса стали Егор Ушаков, Анастасия Коваленко и Ирина Назарова. Их наградили дипломами и приглашениями на елку главы Одинцовского района и главы городского поселения «Лесной городок». Остальные участники получили разнообразные призы и подарки. Я сегодня пришел со своей сестрой. Мы участвовали в конкурсе «Хорошая игрушка для елки». Я получил там одну игрушку хорошую. Ну, новогоднее настроение, ощущение хорошее. В каждом поселении нашего района это вечно зеленое дерево становится центром культурных событий. Однако главной елкой района принято считать самую большую – ту, что находится на центральной площади города Одинцово. Нарядить ее пришли сотни людей. Игрушку я делала вместе со своей мамой. Пришли с отличным настроением, все весело, красивая елка. Мы от 17-й школы, пришли все вместе, настроение новогоднее, отличное. Все очень нравится, все красиво устроено. У нас и шары, и Снегурочка, и Дед Мороз, и собачки, символы года. Мы сделали с мамой, я их назвала еще, это птица Феникс, а это жар-птица. Всего в акции «Наряди елочку» приняли участие более 3000 жителей Одинцовского района. Игрушки, которые они сделали своими руками, теперь украшают 16 елок. Полюбоваться нарядными хвойными красавицами могут все желающие во всех поселениях района. Дарья Киреева, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцово».